Я не буду сейчас спросить то, что все спрашивают, как же Ицхак давал Эйсаву, как Ицхак хотел давать Эйсав такие великие благословения и не Яков. Я хочу задать другой вопрос. Ицхак, как отец, имеет желание давать своего сына благословения. Позови своего сына. Скажи, Эйсав, дорогой, ты у меня любимый. Приходи ко мне, я хочу давать тебе браха. Это нормальная вещь. Родители всегда дают брахот своих детей. Каждый папа перед Йом Кипур дает браха своих детей. Много семьи дают браха своих детей после зажигания шабатной свечи или перед кидуш в пятницу вечером. Но тут смотрите, Ицхак говорит, иди принеси меня мясо, покорми меня. А когда я получу бавур, благодаря этого моя душа будет благословлять тебя. Что происходит? Хочешь давать Эйсаву браха? Дай ему. Какой папа говорит своих детей, если ты принесешь мне вкусное мясо, получишь браха? Зачем тут нужно действовать со стороны Эйсав? Ицхок, папа хочет давать браха, пусть даст браха. Есть интересная хасидская история с известной цади, которая похоронена на Украине, Табисроэл из Ружин, Хейли Керужина. Он похоронен в Садигура под Черновцы. Он был очень богатый человек. Но вместе с тем есть такое хасидское поведение, что каждый хасид раз в год видел על סום הגניק, כתורף חסיצקם ז'רגון, נזווייצה מיימד, מעמד. קשדי סימיה דלני בלשי על סום הגניק, נסדירז'ניה רסחודה, דומה רבינה, סינגוגה רבינה, התאגדלי. יביל ספיציאלנית של אבק, כתורה איבור, חסיצקם ז'רגון, איבור נזווייט שדר, און, ששני הגודה, און דלת קרוג, און פסישאית, און נחו... Он посещает все места, где живут хасидим, и у него есть список, кто дал, сколько дал. Порядок был такой. Во время, когда он завершал свой маршрут, ребе из Ружин, Раби Исраэль из Ружин принимал его, и он представил этот список. И он написал, Хаим дал X деньги, 10 рублей, Мойше дал 8 рублей, Яков дал 5 рублей, и каждый сколько дал, он написал, и там было написано имя этого хасида, имя его мама, чтобы ребе мог о нем молиться. В один из годов он поставил перед ребе этот список. Ребе смотрит и говорит, а где там Мойше? Я не вижу его на списке в этом году. Разве он не давал на этот год деньги? А этот хасид, этот шадар, который его работа собрать эти деньги, он говорит, смотрите, ребе, нам невыгодно к нему ехать. Он очень далеко живет. Добраться до него туда и назад стоит 5 рублей. А все, что он дает, у него нет больших возможностей, он дает нам в год 4 рублей. Мы еще в минусе, поэтому не стоит туда идти. А я решил туда не ехать. Ребе из Ружин сказал своего хасида следующие жесткие слова. Он его сказал, извините меня за выражение, дурак. Ты думаешь, что наше задание брать? Ты думаешь, что наше задание получать? Наше задание давать. Давать! Я хочу молиться за этого хасида. Но чтобы я мог о нем молиться, чтобы он заслужил получать от меня браха, он должен что-то от себя давать. Что в этом лежит? Почему зависит браха для этого хасида в том, что он будет от себя что-то дать? Написано в хасидут, что Всевышний создал мир в таком порядок, что есть в мир всегда машпия и мекабел. Машпия – это тот, который дает, и мекабел – это тот, который получает. Но каждый человек
должен играть обе эти роли. Каждый человек должен и давать от себя, и получать. Общество не терпит людей, которые хотят только получать. Также общество не терпит людей, которые хотят все время только давать и сказать, и не дают другим людям тоже принять участие. Каждый человек, чтобы заслужить что-то получать, ему надо от себя отдавать. В книге «Дерех Митцвотеха», книга, которую написал третий Лубавичский ребе, ребе Цемах Цедек, он проводит там историю. הוא עדין איזה צדיקים, שתו, כגדאון חדיל פה, מסתה כדי ז'ילי עברי, אני אני בוא פפרסילי, שתו בוא נסקזל עם דבר תורה, שתו בוא נסקזל רוק תורה, הוא מסגדה פפרסיל שתו בדלי ככוי את הקפייקו. ניה רדי קפייקו, אני נושדל סבת איך קפייקי. נאמר שתו בעני זסלוז'ילי, שתו בוא נדבל נסתיה של דברי תורה, אני דשנה בלי עוד סיביה, שתו תדבת. יבוא פה אתו היא פריצ'ינה, чтобы Эйсов заслужил получать браха у Ицхак, ему надо было работать. Он не мог просто сказать, приди тапа, дай браха. Нет. Такой механизм не срабатывает. Иди, Эйсов, принеси мясо, приготовь ужин хороший для твоего папа. О, в ответ ты давал, в ответ ты получишь. Я думаю, что этот ответ отвечает нам еще один вопрос, связанный с Эйсов и Ицхак. После того, что Яков получал эти большие, настоящие благословения, приходит из Эйсов и к его отец к Ицхаку и попросит, и просит, «Хабраха ахат хилиха? Разве у тебя только одна благословение?» А Ицхак ему говорит, «Все, я уже давал твоего брата, у меня нет что тебе сказать». Рассказывает нам Тора о том, что Эйсов расплакался, страшно плакал. А тут смотрите чудо. Плачет Эйсов, слезы помогает. И слезы Эйсов помогает. Он приходит к Ицхак назад. Ицхак говорит, ну ладно, сиди. И он дает ему браха, он ему говорит, мита лашомаим йе мошавеха. Раши ему говорит, что он сказал, что Италия будет твоя, что там жирные фрукты, митамбрион метроге. Он дал ему это и браха. Опять непонятно, что происходило? Разве слезы Эйсов влияли на Ицхак? Он увидел слезы у Эйсов, и вдруг он решил, я дам ему браха. Если есть у тебя браха, и ты любишь твоего сына, дай ему браха. Если у тебя нет для него браха, поскольку ты уже все давал Якову, что поменяло сейчас, когда он расплакался? Но идея такая же идея. Любавский ребе когда-то рассказал историю. Она упоминается в 24-й том в книге «Ликутей Сихот». Это было в первые годы, как пятый Любавский ребе, ребе Рашаб, стал ребе. Еще в город Любавич. Пришел к нему один хасид и попросил браха, попросил благословения, чтобы ребе за ним, о нем молился в результат какой-то проблемы, которая у него была. А ребе ему отказал. Ребе ему сказал, что он не может его помочь. Вышел этого еврея из комнаты ребе, зашел в молитвенный зал синагога и расплакался. Он подумал, ой вей, что со мной будет, даже ребе мне отказал благословения. Как я выйду из этого положения? Как раз находился там старший брат ребе Рашаб Раб Шолем Бер, его старший брат звали Раб Залмен Аарон. И он видел евреев, сидит в синагоге, не находит себе места. От него текают слезы без ограничения. Он к нему подошел, чтобы попытаться его успокаивать и спрашивать, что случилось. И этот рассказывает, у меня такие проблемы, ребе мне отказал. Он сразу зашел к своему младшему брату ребе и сказал, что за поведение? Приходит к тебе еврей, просит браха, ты его отказал. Спрашивает его ребе Рашаб, что он сейчас делает? Он говорит, он плачет. Он говорит, да, плачет? Окей, пусть зайдет. И ребе Рашаб дает ему большая браха. То тоже можно задать этот вопрос, что поменялось. Зачем ребе Рашаб надо было довести его до слезы, чтобы он заслужил браха?
Есть, если он заслуживает благословения, просто давали ему сразу. Если не заслуживает, что помогает его слезы? Объяснял это Ребе в 24-й том в книге «Ликутей Сихот». Это же идея здесь. Ребе Рашаб увидел, что этот человек ничего не делал, не давал от себя, чтобы заслужить браха. Он хотел, дайте мне браха, Ребе. Ребе, ваше задание давать браха. Моя задание получать. Сказали ему Ребе Рашаб, нет, дорогой, такие песни не проходят. Хочешь заслужить браха, дай что-то от себя. И когда он плакал, что значит, он делал чува, он раскаивался, он приближался к Всевышнему. Значит, он отдал что-то от себя, он получал браха. Ицхо говорит Эйсов сначала, «Асэй ли матамим кашер охавти, иди делай меня вкусный еда, как я люблю. Принеси меня немножко нахес, принесешь меня немножко нахес». Ты от себя что-то отдал, получишь браха. Когда на второй раз Эйсов расплакался, увидел Ицхок, Эйсов от себя что-то дал, есть браха. И это, друзья, наш рецепт. Чтобы получать благословение Всевышнего. Чтобы заслужить благословение Всевышнего. Когда мы пишем письмо Ребе, мы просим, чтобы он о нас молился. Когда мы посещаем место, где похоронены великие люди и цадыки, когда мы идем на стену плача или идем в синагогу молиться, просим, мы просим, всегда просим. Надо знать, схема не такая. Сначала надо отдавать от себя. Надо сказать, что я даю ему ради того, что он дает меня. А, я даю. Если я даю, тогда я имею право попросить. И не только имею прав, если я давал из Божьей помощи, Бог нам тоже даст. И Бог дает всегда гораздо больше кифлаим летушию. Поэтому, друзья, к делу. Давайте будем делать, предоставить его нахас. Будем больше учить Тора, больше исполнять мицвот. И главное, показать Ахават Исраэль, любовь друг к другу. Помогать друг другу. Тем более сейчас, в такое время, когда все нуждаются в особой поддержке. Тогда мы заслужим, тогда мы создаем сосуд, получать благословение Всевышнего во все, что нам надо. Шаббат шалом, друзья.